Инвесторам везде у нас дорога. От инвестиционного климата напрямую зависит благосостояние региона. В понедельник состоялось заседание Межведомственного совета по размещению производственных сил на территории области. Основная задача, которая стояла и стоит перед чиновниками, это максимально упростить процедуру оформления для инвесторов. Например, не так давно срок оформления земельных участков был сокращен до 331 дня. Это оптимальный показатель. Правда, остаются пока и нерешенные проблемы. Среди проблемных моментов, являющихся сдерживающим фактором при оформлении земельных участков, можно обозначить отсутствие актуальных топографических съемок территорий муниципальных образований Ивановской области, что вызвано прежде всего отсутствием необходимых финансовых средств в муниципалитетах. Необходимое информационное и методическое содействие органам местного самоуправления при проведении ими топографических работ в отношении земельных участков департаментом строительства и архитектуры Ивановской области оказывается.